Снова здравствуйте, дорогие мои. Снова с вами я, Михаил, канал Кардавый Блогер. Я помню ваши пожелания, которые были два видео тому назад, о том, что хотим много упаковок, но, к сожалению, я не могу сейчас скопить. Вот эти две упаковки мне нужно срочно отправить в Севастополь, если не ошибаюсь, куда-то в Крым. И, ну, я всегда распаковываю, да, то есть, ну, там находятся внутри телефоны, и их обязательно надо распаковывать, потому что, ну, всякое может быть. Может быть бумага, может быть кирпич, может быть все хорошо. У меня зачастую было все хорошо, не зачастую, а постоянно было все хорошо, но лучше распаковывать. Это касаемо раз. А касаемо два, да, люди жалуются, говорят, вот, Миш, ну, вот, телефоны. Ну, во-первых, у меня идут новые модели, в том числе и сегодня будут новые модели. Если они вас интересуют, запрашивайте тесты, да, я постараюсь их сделать. Просто, ну, вы же молчите. Вы посмотрели, все, а мне что дальше делать? Ну, вот скажите, что вам будет интересно, я попробую это сделать. Также досматривайте видео до конца. Я подозреваю, надо будет продолжить рассказывать анекдоты. Анекдоты некоторые вспоминаются. Сразу скажу, да, они матерные, поэтому в конце стандартного видео они будут запикиваться, но в уголок подонка они будут попадать без пипиков. Да, с уголка подонка вы сможете этими анекдотами делиться со своими друзьями. Так, еще есть хорошая новость, у меня наконец закончен балкон, да, там небольшие штрихи остались, но зато у меня теперь есть освещение, да, и я даже вечером смогу снимать, потому что сейчас темнеет рано. Начнем, наверное, давайте вот с этой упаковки. Ребят, я положу ссылку на MJ, ну, просто банально, чтобы он, наверное, не обижался, да. А на самом деле, вот этот Хомптон я заказал не у него, я заказал у другого продавца. При этом он был отправлен из России, и добежал он до меня курьером прям вот очень-очень-очень быстро. Ну, включать его я особого смысла не вижу. Хомптоны, как и Blackview, они заточены под наш рынок. Там однозначно все хорошо с русской прошивкой, да, то есть в этом отношении проблем никаких нету. Опять же, склад в России, это означает то, что вы можете его вернуть назад, и это будет, ну, недорого стоить. Если хотите, вы можете ко мне постучаться во ВКонтакте, да, запросить, я вам дам актуальную ссылку на этого продавца. И по ценнику он стоил 4200, да, у MJ 4700, да, здесь он стоит 4200. Хомптон — это тот телефон, который, ну, отсутствует смысл брать у MJ, в отличие от вот этих, да, потому что Lenovo взять у другого и потом перепрошивать, мучиться, да, возможно, кирпичить телефон, это, ну, не есть хорошо. Так, давайте аккуратненько распаковываем вот эти. Почему аккуратненько? Потому что меня интересуют вот эти вот телогреечки. Итак, ребят, да, надо в первую очередь понимать то, что я не альтруист, да, то есть я должен о чем-то зарабатывать. Я зарабатываю на телефонах. А причем зарабатываю на них каким образом? Я их продаю здесь, дороже, чем у продавца, и отправляю моим зрителям, да, по цене продавца, плюс 300 рублей стоимость пересыла. Я нахожу какие-то хорошие модели, которые, ну, существенно дешевле, которые не стыдно, да, перепродавать, и, ну, которые имеют там минимальное количество возможных проблем. Вот одна из моделей Lenovo Vibe P1. Вот эти два серых сейчас убегут, как я уже говорил, куда-то в Крым, в район Севастополя, если не ошибаюсь. По этой причине, да, вы можете там говорить, конечно, то, что Миш, ты там достал своими телефонами. Ну, слушай, дай мне денег, не вопрос, я буду закупать что угодно. Ты же даже, ну, идею не подкинешь. Вот ты заказал что-то интересное, ну, зайди в группу ВКонтакте, оставь отзыв, другим будет полезно. Ты увидел что-то интересное, напиши мне, скажи там, Миш, вот купи это, посмотри, как оно вживую, да, вещь интересная. Тебе там стало что-то интересное? Интересно, ну, напиши там, Миш, сделай тест вот такой-то, такой-то, я сделаю, мне не сильно сложно. Да, вместо этого посмотрел, еще и поругал, да, то есть мне за это ни копейки не платишь, да, то есть и там еще что-то там, ну, как-то это, по-моему, нечестно. А я стараюсь для вас, между прочим.
такой огромнейший адаптер, собственно говоря. Не адаптер, а переходник. Просто огромен. Бесился я этого 11 ноября, день холостяка. Это был мрак полнейший. Продавцы все оказались нехорошими людьми. Смотрите, да? Стеклышко у нас сразу в комплекте. Мелочь, а приятно. И, наконец-то, я все-таки заказал. Заказал я, наконец, все-таки китайца. Настоящего китайца. Потому что все меня мучили, говорили, а почему у тебя там нету Xiaomi? Почему у тебя нету такой вот адаптер Meizu? Адаптер маленький, симпатичный, на 1.5 ампера. Так, значит, инструкция. На всем понятном китайском языке можно не смотреть. Опять же, на китайском языке можно не смотреть. Здесь у нас находится ключик для того, чтобы его открывать. Ну, это, наверное, нормально. Пленка просто наклеивается, в том числе и на камеру, которая выпирает. Тут нарисовано, каким образом вставлять. И вы знаете, что интересно, здесь наносим и второй слот. А вот второй слот можно ставить к карту памяти или просто сим. То есть, судя по всему, ну, опять же, я могу ошибаться, да, я про этот телефон толком не изучал, но, судя по всему, все-таки здесь либо вторая сим-карта, либо карта памяти. При этом в руках он очень приятен. Вы знаете, ну, конечно, Blackview чем-то он мне напоминает. У Blackview такие же рамки, да, но матовый, симпатичный, хороший вот цвет сбоку. То есть прям как-то вот, наверное, больше, знаете, на что похож? На Lenovo Vibeshot. Ну, это вот из того, что я из недавнего держал в руках. Здесь кнопка такая промежуточная, чем-то на iPhone похожая. Вот он, русский язык у нас есть. Далее. Система одобрена до Flyme 5.2.3 OG. Так, ну, все умещается на одной странице. Ну, вы знаете, в целом в руке держится очень даже, реально приятно, да? А качество фотографии, ребят, ну, здесь пленочка наклеена, понятное дело, что качество фотографии будет совершенно не то. Давайте следующим образом. Если вам интересен тест этого телефона, да, вы об этом напишите, прям так и пишите. Миш, мне интересен тест Meizu U10, а будь любезен, там, сделай, пожалуйста, то-то, то-то. Да, я это постараюсь сделать. Если вам, ну, не интересен тест этого телефона, либо вам лень писать, вы можете это не делать. Я посчитаю, что этот телефон банально никому не интересен. Ну и не интересен и не интересен. Шиш бы с ним. Как вот это назад вставить теперь? Понять бы. Значит, в подарке стекло, силиконовый бампер, ну и, соответственно, вот такой вот огромнейший адаптер. Зачем такой большой, не знаю, ну да ладно. Телефон реально в руках понравился, с ценой, с характеристиками, ребят, честно, не смотрел. Если хотите, вот он у меня один в наличии есть, по цене продавца я вам могу его продать. 16 гигабайт встроенной памяти и чего-то там бла-бла-бла-бла-бла-бла, да? Подробнее, ну, тест надо, давайте сделаем. Так, как же тебя, чтобы не порвать-то? Пякать. Я, кстати, ножик заточил. Значит, вот такая вот веселая наклейка. По идее, она идет на ободок унитаза. Симпатично, мило, хорошо. Пришла вроде как целая. Почему нет? Вы знаете, ребят, в прошлый раз, когда вот я распаковывал вот эти часы, отверточка, вот эта маленькая отверточка, она была в отдельном пакетике. Мало того, что она была в отдельном пакетике, там еще была такая вещь, как саморезики, нехватающие саморезики на часах. Посмотрим, хватает ли здесь саморезик, предварительно перекрыв номер. Так, ну, здесь, видите, здесь просто саморезики все на месте. Подольше придется открывать, но зато они все есть. Так, очень интересно, каким образом можно выбрать датчик снятия с руки, видите, есть. Очень интересно, как можно здесь выбрать язык, потому что, по идее, я выбирал русский язык.
появилось, может быть, настройки. Так, ну, в любом случае, ребят, да, зато вот у меня эти часы пришли. Я смогу с ними сделать тесты. Почему они зеленые, я не могу понять. По-моему, они синими должны были быть. Надо будет посмотреть. И, по-моему, они должны были быть на русском языке. Давайте посмотрим. Вот так вот штрих-код. Я это делаю для того, чтобы, если это что-то неправильно, да, чтобы я мог поспорить с продавцом. Скоро тесты будут. Также скоро придут Q90. На них сделаем тесты тоже. Немножко пошаркалось, конечно, но в целом не критично. Тут даже есть инструкция. Да? Так. Что-то не хочешь сниматься-то. Придется посмотреть инструкцию. Машинка немножко страшно выглядит. Боюсь сломать. Так, ребят, нужны батарейки. Батареек у меня сейчас под рукой нету, поэтому за ними надо сходить. Так, еще раз, у нас здесь две ашки. Пойду схожу. Ну, смотрите, принес я, видите, да, горит индикатор батарейки. Но при всем при этом машинка не ездит. Есть у нас два варианта. Первый вариант, у нас машинка сломана. Второй вариант, ее надо зарядить. Ну, давайте будем отталкиваться от хорошего. Попробуем ее зарядить. И сделаю тогда, если она зарядится, сделаю на нее отдельный обзор. И уйдет он в раздел для детей. Так, а вот здесь вот очень непонятно. Я не знаю, что это. То есть вот произошла такая беда, то что данная посылка как-то меня не отражает то, что находится в ней. Но внутри нее находится Lenovo Vibe. Единственное, я не могу понять, по какой причине тогда этот трек у меня не проходит. Я, видимо, знаю, по какой причине он не проходит. Vibe серый. Все хорошо. За сим можно было бы закончить, но я вспомнил о том, то, что я обещал вам похабный анекдот. Заранее извиняюсь перед человеком, которому я отправляю видео для того, чтобы он его обрабатывал. Но он услышит его без цензуры и немножко его запикает. После чего оставит его незапиканным, да, он уйдет в уголок подонка. Какой рассказать? Ну, давайте. На сегодня будет интернациональный. Собрались, значит, американец, русский и хохол. Да, то есть, ну, я взрослый человек, у меня негры-негры, да, хохлы-хохлы, то есть это не несет никакой обиды, поэтому если вы там гражданин Украины, вы на меня не обижайтесь. Я же не обижаюсь на москаль. Да вот, значит, собрались, значит, хохол, американец и русский, и решили на гору слазить. Ну, такие, значит, гора большая, огромная такая гора, дикая, там никто не ходит, высокая, вот они там лезут, ну, там последний уступ. И, значит, место такое только вот один залезть может, и, ну, не более того. Ну, такие, кто первый полезет? Русский так, ну, давайте я первый полезу. Такие, ну, давай, залезай. Ну, значит, такой туда, хоп, залез. А там картина следующая. Сидит такой огромнейший такой снежный человек вот с таким вот хуем. И вот таким шматом сала. Такой, опа, нифига себе, такой, берет салом, смазал, и его натянул. Тут, ёшкин ты кот, блин, больно-то как, короче, спускается вниз. Ну, а такие вещи ты не расскажешь, вроде как бы, да. Ну и, короче, говорит, там, говорит, хорошо. Хохол такой, ну давай, говорит, я полезу. Говорит, да залезай, чё. Значит, хохол такой, чук-чук-чук-чук, залезает, значит, снежный человек, шмат сала. Что он такой вот хуй? Ну, значит, такой чук-чук-чук смазал, пум, хохла натянул. Хохол спускается, такой, говорит, янки, говорит, very good, говорит, залезай, говорит, там, говорит, вообще, говорит, ништяк. Ну, вот берет флаг, думает, сейчас флаг вдрузю, я последний, флаг надолго останется, ну, и лезет туда. Проходит какое-то время, оттуда дикие вопли, короче, такие, ааа, ууу.
Русский такой: да, говорит, тяжко, говорит, ему там. Хохол такой: ага, говорит, я еще, говорит, сало спиздил. В общем, ребят, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. Оставляйте комментарии, рассказывайте ли мне еще такие анекдоты. За сим все, всем всего. Ждем большой распаковки. Ой,